Время, доктор Фриман? Неужели опять пришло то самое время? Кажется, что вы только прибыли. Вы сделали очень многое за короткое время. Собственно, вы настолько хороши, что я получил несколько интересных предложений на ваш счет. В обычной ситуации я не стал бы их рассматривать, но ведь ситуация весьма необычна. Чем обманывать вас иллюзией выбора, я сам возьму на себя эту привилегию, если когда ваше время придет опять. Я прошу прощения за то, что кажется вам деспотичным навязыванием своей воли, доктор Приман. Я уверен, вам все станет понятно после того, как... Я не вправе сейчас говорить это. Между тем, и здесь я исчезаю.